Привет всем. Вот. Хочу представить вам Breadhead DRT. Китайский. Дружище Mozilla мне на днях подогнал из своей коллекции один. Вот, но так как он стрелял им, уже заметал, насколько хорошо он будет держать заточку. Для начала надо его разобрать. Разбирается он вот таким вот ненавязчивым способом. Откручиваем шестигранник. Выдергиваем. Снимаем дополнительное лезвие. И все. Вот оно. Главное лезвие наконечника. Здесь у меня точилочка. Тоже, кстати, китайская. Так что посмотрим, как Китай будет точить Китай. Заценим, я ее маленько проапал. Магнитики наклеил. Так, ну угол я уже выбрал, в принципе. Маркером уже нарисовал на кромке. Сейчас посмотрим, соответствует угол или нет. По-моему, чуть-чуть не попал. По-моему, чуть-чуть не попал. Где? Да, чуть-чуть надо ниже опустить. Так вот, сейчас еще раз нарисуем. Сейчас, по-моему, попал. Вообще, конечно, камни водяные, но я пока еще и не точу. Я пока просто смотрю угол. Угол вроде правильно выбрал. Так, все. Не хочется много снимать, чтобы сильно не уменьшить вес наконечника. Но и с другой стороны, наточить хочется тоже. Хорошо. Чтобы был как бритва. И посмотреть. Все-таки цель. Посмотреть, насколько китайский металл. Как Mozilla мне сказал, что-то там за 170 что ли рублей штуку. У него обошлось. Обходятся эти Breadhead. Сколько 170 рублей за штуку будет держать за точку. Для меня немаловажно, чтобы после нескольких, к примеру, 3-5 выстрелов по изолону, чтобы Breadhead остался острым. Потому как это очень важно, понять, как он летит, потом накрутить его на охотничью стрелу и пойти с ним в лес. Тупым наконечником в лес, конечно, идти я не хочу. Так, уже подходим к завершению. На самом имеющемся у меня мелком камне. Так, я прошелся, получается, 180, 400, 800 и вот заключительные полторы тысячи.
Кстати, точить брэдхеды легче, чем ножи. Не только потому, что они меньше, а еще и потому, что когда точишь нож, нужно это делать вот так, к примеру, да? Чтобы наточить эту кромку, нужно переворачивать нож, делать его обратно, что не очень удобно. Когда точишь брэдхед, можно сделать просто вот так вот. Оп, и все. Прикольно. Так, смотрим после пасты, как ведет себя. То есть видно, да, что волосы уходят. Бери нормально. Итак, собираем наш бродхедик. Он готов. Посмотрите, какая разница между заводской заточкой и то, что я сделал. Ну, не зеркало, конечно. Но я не сидел 2 часа над ним. Так. Накручиваем. И Так. Смотрим. Как бы так показать, чтобы видно было. Thank you.
принципе, бреет. Бреет. Парни, он бреет, даже после изолона. Теперь можно сказать, что качество металла у китайских DRT приемлемое, чтобы брать их с собой на охоту. Так что, Костян, ты был прав. Брадхед хороший. При низкой цене отвечает моим требованиям на все 100. Так что, парни, советую всем. Нормальный брод, нормальные материалы. Точится хорошо. И держит заточку хорошо. Спасибо за внимание.